Изящные наряды и стильные прически, отличное настроение и чуточку волнения. Эти девчонки и мальчишки уже преодолели финишную черту, позади контрольные, зачеты и экзамены. Сегодня они получат заслуженные награды. Дипломы о среднем профессиональном образовании будут вручены будущим учителям, воспитателям, технологам и речникам, бухгалтерам и сварщикам. А пока в их адрес звучат поздравления и доброе напутствие. Мы очень хотим, чтобы из вас, из каждого, получился замечательный, настоящий русский человек и гражданин с большой буквы. Наверное, это самое главное. Профессии можно поменять в течение жизни. Найти работ тысячи разных. А вот совесть, а вот отношение к родине, вот это человеку или дано, или не дано. Мы надеемся, что мы это вам вместе с родителями вложили. С праздником вас, дорогие! То еще 4 года назад я была сама студенткой Городецкого губернского колледжа и также торжественно получала диплом. И вот сегодня я выпускаю ребят, первый выпуск, выпускаю девчонок, мальчишек по специальности преподавания в начальных классах. Они пока не знают, свяжут ли они свою дальнейшую педагогическую деятельность с образованием. Но надеюсь, что будет именно так. Из стен Городецкого губернского колледжа в этом году выходит почти 300 студентов. Среди них обучающиеся по специальности коррекционная педагогика начального образования. Это первый выпуск специалистов такого профиля. Выбрала эту профессию, поскольку считаю ее довольно-таки актуальной в наше время. И, к сожалению, у нас в городце находятся всего только 2 школы коррекционные специальные. И я считаю, что там необходимы специалисты данные, нас приглашают на работу. И, конечно же, мы пойдем трудоустраиваться и в дальнейшем обучаться продолжать. По словам Анастасии Чурбановой, 4 года обучения прошли незаметно, хотя легкими их не назовешь. И сегодня она получает достойную награду за труд – диплом с отличием. Документы с красными корочками в этот день вручены еще 33 выпускникам ГГК. И почти столько же стали обладателями еще одного документа. Документ называется «Социальный паспорт гражданской зрелости». К нему у нас идет как приложение характеристика на обучающегося, в которой указаны все его достижения, помимо учебных, еще и социальная и спортивная деятельность, то есть в чем студент проявил себя за весь период обучения. Соответственно, при трудоустройстве на работу он может воспользоваться данным паспортом и данной характеристикой для того, чтобы работодатель мог оценить, помимо его практических навыков, еще и социальную адаптацию в целом и понимать, например, какой человек идет к ним в коллектив. Церемония вручения дипломов получилась торжественной и трогательной одновременно. Впереди ребят ждет взрослая жизнь, а у нее свои экзамены.